Сейчас мы наблюдаем третью стадию брошевого ногтя. Будет установка корректирующей системы 3ТО. Вот мы удалили спикулу, которая была у нас внутри, то, что давало весь этот воспалительный процесс. И сейчас сделаем установку 3ТО. 3ТО, 3ТО здесь не получилось установить по одной простой причине. Был оперирован ноготь, и в боковой стороне очень все мягко. Сейчас спиртом мы обезжирили, как видите, достаточно большая гипергрануляция. И будем устанавливать корректирующую систему комбипэд. Вот такая система. Завели мы уже нашу корректирующую систему, наносим специальный клей для фиксации. Там остался маленький кусочек, потому что все остальное оторвалось. И вот мы делаем вот такое натяжение, поднимаем и фиксируем. Как видите, да, там уже наш участочек очень хорошо поднялся. Держим. Здесь трещины после постхирургической рубцы мы зафиксируем композитом, дабы они не врастали, не расщеплялась ногтевая пластина. Здесь же мы участок будем восстанавливать и соединять, чтобы он был цельным. Теперь мы здесь зафиксируем наш, ну, можно сказать, наш фиксатор, нашу кнопку. Наносили активатор, чтобы клей наш никуда не отклеился. Здесь мы сразу фиксируем рубец, чтобы он тоже не расщепился. Тонко. Лишняя кожа, которая есть, мы аккуратненько подправим. Теперь просушиваем. Заводим сейчас аккуратно капалин, смоченный в прополисе. Сухим не можем туда поставить, вообще сильно больно. Вот так, видите, куда уходит он? Потому что участок ногтя поднялся, видите, какой он глубокий. Если видно, а нам все равно его туда поставить надо. И сюда отклоните. Да. Смотрите, здесь мы уже смочены в прополисе салфетки. И делаем перевязочку с Пехохафт. Вот такой самоклеющийся бинт. Отрезаем нужное количество. Он сам себе клеится, никуда. Поднимите, пожалуйста, пальчик. Назначение еще будет у нас здесь... Межпальцевые перегородки. Для чего? Для того, чтобы не было у нас давления внутри на боковой валик. Чем мне нравится такой бинт? То, что его можно загнуть и подрезать, как вот такого образом.